остро жизнь, да, воспринимаете по-острому. Необдуманные траты могут быть также у вас. Очень много просмотров. Просматриваете очень часто расклады. Вот такие пленочки, они очень часто говорят. Неверные делаете просмотры, неверные делаете выводы и притягиваете к себе. Сейчас будем смотреть. Вот это мне не нравится. Вот это есть глаз. Вот он. Прямо отчетливо его здесь видно. Вот он. Сглаз уже есть. А поле уже пробито. Отливка абсолютно неверной формы. Руку видите? Как будто от сглаза ручку тянут. Видите пальчики? Они прям, да, вот они пальчики. Как будто ваше тело, рука, чтобы что-то забрать. Вот здесь вот У, Д или А. Может быть, Д даже. Не знаю, либо инициал, либо что-то для вас буквы должны значить. Вот здесь слово, да, как бы так мне писать. Вот. Метр или метры. Только буква И не законченная. Метры, скорее всего. Метры. Не знаю, что это значит. Для вас что-то должно значить. Либо метры делили, либо что там у вас. На этого человека, который ушел. Показывает дверь. Голова. Рука сюда, сюда. И одна нога вот так, другая вот так. То есть человек, который ушел. Убежал. Вот этот человек близкий какой-то, вам видней, кто вас наслал на вас, можно сказать, да, сглаз. Сглаз — это тоже вид негатива, который разрушает поле, да, и не дает человеку реализовываться, превращаясь потом, возможно, выливаясь либо в заболевания, в какие-то тяжелые. Потому что здесь вот пробитие поля, здесь может быть даже то, что вы себя можете чувствовать нехорошо. Да, может быть, в боку колоть, да, может быть, вот в сердце, да, может иногда щемить что-то, с кишечником, да, желудок может быть, то есть здесь вот так вот. Либо выливается на состоятельность человека, на его финансы и так далее.